Анонс и дата выхода второго сезона сериала «На автомате». 5 июня зрители впервые познакомились с криминальной комедией «На автомате». В ней двое братьев искали любые способы заработка денег, а наткнулись на золотую жилу. Последствия оказались необратимыми, хотя многие уже знают, чем закончился первый сезон. Настало время поговорить о новых сериях и разобраться, что ждет зрителей дальше. А теперь обо всем по порядку. За время трансляции первого сезона зрителям так сильно понравился проект, что создатели получали неоднократные просьбы продлить его на следующий сезон. Трудно сказать, входило ли в это в планы продюсерской группы, но появились слухи о возможном продолжении сериала «На автомате». Если к концу 2024 года съемочная группа успеет снять второй сезон, то в 2025 году могут выйти новые серии. А пока нам остается следить за новостями. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.